И начинаем выпуск мы с проблемы, в которой увяз весь Ангарск. Дороги города нефтехимиков тонут в снежных завалах, а там, где их нет, есть кое-что не менее неприятное – огромные ледяные накаты. Соцсети завалены кадрами, иллюстрирующими масштаб проблемы. Дошло до того, что пассажирам сегодня пришлось откапывать и толкать автобус, чтобы продолжить поездку. Вот фото с места событий. Учитывая количество снега на проезжей части, непонятно, как вообще осуществляется движение в городе. Потому что ситуация примерно одинаковая на всех магистралях Ангарска. Это видео наших коллег. На одной из улиц трамвай сошел с рельсов и связывает происшествие тоже с неубранными дорогами. Движение на этом участке было затруднено несколько часов. Немного отвлекся на машину, звонок пошло, как вроде как на меня. И когда глянул по тормозам, а по такой погоде уже просто не вышло ничего. То есть из-за нечищенного пути произошло такое? Снег падает, и хватило тормозного пути, чтобы вовремя остановиться. Вовремя остановиться не успевают и автомобилисты, после чего все, что им остается, это выкладывать возмущенные посты в соцсети и видео, предупреждающие других жителей города о коварных участках дорог. Автор этого ролика, например, наехал на ледяные наросты. Негодование водителей в полной мере разделяют сотрудники полиции. С начала ноября в городе сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, которые связаны с ненадлежащим содержанием дорог в зимнее время. В декабре текущего года на имя главы города выписано 17 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания дорог. Последние три выписаны вчера. Плохая очистка дорог от снега – настоящий бич города нефтехимиков. С 2012 года несколько лет подряд мы делали материалы с одним рефреном. К решению проблемы подключались общественники, прокуратура подавала иски в суд. Какие меры понадобятся на этот раз, чтобы на улице Ангарска вышла техника и навела порядок, станет понятно со временем. Главное, чтобы не было слишком поздно.